Есть три причины, по которым книгу Мормона можно назвать ключевым камнем нашей религии. Она ⁇ замковый камень свидетельства о Христе. Она ⁇ замковый камень нашей доктрины. Она ⁇ замковый камень нашего свидетельства. Точно так же, как арка рушится, если удален замковый камень, так и вся церковь либо стоит, если эта книга истина, либо падает в противном случае. Враги церкви ясно это понимают. Вот почему они заходят так далеко в попытках опровергнуть книгу Мормона. Ведь если удастся ее дискредитировать, то же удастся сделать и с пророком Джозефом Смитом. Обесценится и наше заявление о ключах священства об откровениях и о восстановленной церкви. С другой стороны, если книга Мормона истина, и миллионы людей свидетельствовали, что имеют свидетельство от Духа о ее истинности, тогда надо признать справедливость заявлений о восстановлении и обо всем, с чем оно сопряжено.